Ой. Привет, Даша. Здравствуйте, я Лидия. Мама у нас сегодня такой пещерный человек, плед такой шерстяной, мы мерзнем. Вот. Сегодня книга-отчетник, но немножко нестандартненький. Мы решили разбить его на две части. Одна часть теперешняя, сейчасшная, совместно прочитана книга, которую мы в прошедшем месяце, напоминаю, это был февраль 14-го, прочитали обе. Да, будет еще второе видео, где я расскажу о самостоятельных книгах. Ты не хочешь о своих самостоятельных книгах рассказать? Я-то... Ну, или много слишком? Дамы и господа, мисс 20 книг за один месяц. Больше. Да, больше 20, там уже больше. Итак, начнем наши пляски. Значит, первая книга, первая троица книг. Автор у нас Кёрстин Гир. Достойное, весьма достойное продолжение книг вроде «Сумерек», «Гарри Поттера», «Хроник Нарнии», «Таймлесс», «Рубиновая», «Сапфировая» и «Изумрудная» книги. Я была безмерно счастлива, что на момент прочтения у меня были все три, потому что каждая из них зачитывалась, кроме последней, заканчивалась на самом-самом-самом-самом интригующем моменте. Если бы у меня не было следующей книги, я бы выглядела так... Вот... О сюжете. Жила-была одна семья. Странная семья, в которой один человек в каждом колене наследовал ген, знаешь какой? Ген путешественника во времени. Да. Ты что скажешь? Во-первых, ты меня скинула на электронную книгу наоборот, так сказать. И поэтому мне пришлось читать с конца. Я не скинула наоборот, ты просто не знал, в каком порядке читать. Нет, так они шли по порядочку, и поэтому я начала с рубинами, с того, чтобы начинать с сапфира. То есть у меня получилось задом наперед. Ну, я вначале думаю, ну ладно, наверное, задумка автора такая. Да, у тебя-то как-то ссылки какие-то, что-то было не то. Ты еще спрашивала, как впечатление. Я говорю, ну, я люблю путешественников во времени, я вообще люблю, так сказать, время как такового и все эти пространственные временные изменения. Поэтому говорю, ну, что-то напоминает «Алису в стране чудес», ну, еще даже... Я не нашла, что это напоминает «Алису». Ну, что-то вот у меня очень несюжетное. У главной героини есть какие-то схожие черты характера с Алисой, но все-таки мне ни разу не всплыло это сравнение. А я почему-то вот так, помнишь, тебе так сказала? Ну как? Я говорю, ну как-то вот так. Ну понравилось, конечно. Весьма хоть я и задом наперед ее считала, но тем не менее это никак не уменьшило мне. Далее у нас любименький Крапивин, мушкетер и фея. Все как всегда, просто отлично. Единственное отличие от остальных книг, как Крапивина, так и других писателей, то, что обычно берется какой-то эпизод из жизни человека, главного героя, и, собственно, об этом и рассказывается. А здесь мы видим, как Джонни, главный герой, который, кстати, зовут Женя Воробьев, но у него такая есть обаятельная в детстве была... Он очень... не говорил «Д». Да, он не говорил «Же», мама. Он ее произносил как «Джи». Его из-за этого позвали Джонни. С возрастом это отпало, но в моменты волнения он по-прежнему Джекл. Так вот, Джонни... Мы видим его самых молодых лет, и мы имеем возможность наблюдать, как он растет, развивается, становится тем, кем он стал. И, внимание, любителям знаменитого романа повести «Мальчик со шпагой» посвящается следующая информация. То, во что вырос Джонни, очень-очень напоминает Сергея Каховского. Вот, ты что скажешь? Ну, я, естественно. Что можно сказать о Крапивине? И эта книга... Что такое хорошего? Ну, я просто влюблена в его героев. И с таким удовольствием всегда читаю. Настолько они обаятельные, привлекательные, настоящие пацаны. Вот, просто невероятно. Пацан. По-пацански. Поступает вообще. Да. Это, да. Это «Село Идринское», автор Гагаркин Анатолий Давыдович. Вот в таком виде я это все дело читала. Мы читали. Дело в том, что Идринское нам попало в третьи руки непосредственно от музея Идринского. Что такое Идринское? Это село находится в Идринском районе Красноярского края. Примерно из тех мест наши с мамой предки. Назову даже фамилию, вдруг кто что-то знакомое услышит. Шадрины. Вот еще, мама... Еще, кстати, ты еще кого-то увидела? Леушины.
Они упоминаются да первыми. Да ты что? Самый лучший пимакат был Идри, Илюшин. А у нас, Анна Михайловна, твоя прабабка, моя бабка, она да же по девичестве Илюшина, и пимакаты они были знатные. А отец-то наш Федор Трофимович ведь тоже был самый лучший пимакат в Минусинске. Да. Ничего а себе! То. Так это так фактически... Это они и есть наверняка. Да, конечно, конечно. А Шадринская линия, она упоминается, там, положим, вот в Великой Отечественной войне, но это уже ветвь какая-то, явно уже не наша, потому что, если, положим, Тропин, какие-то двоюродные. Иосиф, в смысле Трофим Иосифович, то это там, далеко еще, то есть это 19 век. А здесь упоминание это 20-й, то уже как-то... А есть у конца 19-го там? Ну, один раз, да, упоминается, но все-таки поздновато несколько. Ну вот, дамы и господа, вот, пожалуйста, в девичестве Тропина Лидия Федоровна. Шадрины это вошли в род посредством, то есть шад... некая Шадрина вышла замуж за Тропина по мужской линии прямого предка маминого и моего, соответственно, конечно, тоже. Да, так, а Тропин ты взял в жены Илюшину, у которой да, более да, древняя. Которую мама упомянула в нашей перепалочке. Да. Собственно, возвращаясь к книге, там всего 70 листов, это и книга не назовешь, собственно. Скажем так, очень большая и чрезвычайно грамотно написанная статья, очень познавательно рассказывает об идрах с того времени, когда, собственно, люди там еще не поселились. И даже современная история есть немножечко. Очень познавательно, в общем, вещь. Кто живет в Красноярском крае или имеет корни отсюда, я рекомендую. Я в сети не нашла этого материала, поэтому, если интересно, оставляем заявочки в комментариях, я пришлю электронкой. Далее у нас оранжевый портрет с крапинками, тоже крапивин, главного героя, мама упоминала Фадейку в нашем видео «Наши любимые мужчины». Собственно, в чем суть? Фадейка находится... На каникулах, да, у своей тети в одном городе, и в тот же город приезжает на практику в библиотеку девушка. Обычно Куприна все-таки молодые люди выступают в роли таких защитников, покровителей, мальчиков, главных героев. Да. Необычно, здесь девушка, и они дружатся. Но хочу сказать, что книга из разряда тех крапивинских книг, где есть немножко пересечение с другими мирами. Да. Да, 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 да. Это очень интересно, кстати. И вот поведение, это для крапивина это не характерно, это нечто новое. И вот это чего? У меня есть много у него пояснений. Могу дать тебе почитать. Не читали, все читались. Но все-таки здесь более явно. И вот главное в этой жизни, положим, его поведение, это да, оно в высшей степени справедливо, мудро и так далее и подобное. А насколько мудро и справедливо оно там, в том мире. То есть, там, где совершенно иной строй, какой храбрый. Ай, не говори. Как прям, сына такого хочу. Хотя, конечно, в видео «Наши любимые мужчины» я назвала другого персонажа. Ну и последняя книга на сегодня Дарья Донцова. Как без нее? «Привет, танец мисс Марпл». Главная героиня Даша Васильева. На мой взгляд, она могла написать что-то получше. Не самая лучшая ее книга. Мне понравилось, что она преподнесла читателю то, как люди старше, скажем так, 40 пытаются владеть техникой, то как Дегтярев, в общем, то как полковник пытался владеть телефоном, Дегтярев, да. То, как он пытался ловить телефоном, это, конечно, было призабавно. Но я не считаю эту книгу лучшим, так сказать, лучшей у нее. Она могла прыгнуть и повыше. Да ничего, мне понравилось, в принципе, с удовольствием прочитала. И развязка достаточно интересная. Интересная. И хохотала больше, чем вот в этом случае. Я даже не улыбалась. Когда Дегтярев осваивал телефон и прочие эти прибамбасы, все эти гаджеты другие, чего там от них требовали по службе.
Очень забавно. Хихикал, поскольку я сама весьма тупа. Так же я себя идентифицировала с этим полковником-то. Чутка. А смайлики? Ну, я... Кучка какашек. Вот, ну, на этом, наверное, все. Значит, мы с тобой прощаемся, но ты не прощайся с нами, потому что сейчас будет второе видео. А я до свидания. Да, она, ты до свидания. Пока-пока.